Существует проблема нехватки учителей по отдельным областям. Например, в области начального образования, в области естественных наук. Я, как ученый, предположу, что в ближайшие 5 лет ситуация даже будет ухудшаться. Существующую проблему с педагогическим образованием в Республике Татарстан помогает решить Казанский федеральный университет. Для этого в Институте психологии и образования имеется все необходимое оборудование. Кроме этого, в составе университета есть целых 2 лицея, в которых студенты проходят педагогическую практику, а ученики лицеев показывают хорошие показатели по региону. Казанский университет с 22 по 24 мая проведет 4-й международный форум по педагогическому образованию, который посетят ученые со всего мира. Об этом объявили на пресс-конференции в информационном агентстве «Татаринформ». Спикерами на форуме выступят представители Оксфорда, Гарварда, Глазго, Майами, Аризоны и других престижных университетов, входящих в 100 лучших вузов мира, по данным рейтинга QS. Что бы мы с вами, коллеги, не говорили, педагог, учитель, преподаватель – это те люди, которые формируют людей, личности в обществе. И поэтому от того, как они будут работать, будет, в общем-то, и выглядит наше общество. В этом смысле, конечно, значение вот этих форумов огромно. И мы, в общем-то, понимаем, что здесь мы представляем не только Республику Казанский федеральный университет, но еще и Россию. В рамках форума пройдут научные конференции, семинары, круглые столы, а также мероприятие «Ночь науки», которое в этот раз пройдет под открытым небом. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.